Утренний прием пищи запускает метаболические процессы и обеспечивает организм энергией для продуктивной деятельности. Однако, огромное количество людей не любит завтракать. Они либо вовсе отказываются от завтрака, либо завтракают через силу. Некоторые просто не успевают позавтракать в современном городском ритме и ограничиваются глотком кофе или чая перед выходом из дома. Рассмотрим, какую роль играет завтрак в полноценном рационе, что есть на завтрак при правильном питании и почему нельзя полностью от него отказываться. Польза завтрака для организма многогранна. Ускоряется метаболизм в среднем на 5%, углеводные и высокоэнергетические продукты лучше усваиваются именно по утрам, завтрак помогает поддерживать стабильный вес и способствует снижению аппетита в дневное время. Завтрак улучшает состав крови, в частности, препятствует слипанию тромбоцитов, что снижает риск инфарктов и инсультов. Кроме того, снижается количество вредных холестериновых соединений. Люди, которые завтракают регулярно, реже страдают от конкрементов в желчном пузыре, сахарного диабета, атеросклероза и повышенного давления. Ученые считают, что отказ от утреннего питания – главная причина глобального ожирения в цивилизованных странах. Люди, которые постоянно отказываются от завтрака, в среднем прибавляют весе на 3-5 килограммов ежегодно. К 35-50 годам многие уже имеют сформировавшееся ожирение и сопутствующие этому заболеванию проблемы. Наиболее полезные продукты для завтрака – это яйца. Они содержат белок и большое количество иных полезных компонентов. Куриное мясо. Оно почти не содержит углеводов, но имеет в составе белок, что сытно и полезно для фигуры. Ржаной, отрубной хлеб или изделия из цельнозерновой муки. Мед. Универсальный источник полезных углеводов, антисептиков и веществ, помогающих снять усталость и стресс. Сыр. В нем белок и кальций в идеальном сочетании. Каши – это медленные углеводы, обеспечивающие полноценный запас энергии на несколько часов. Кефир и зеленый чай. Людям, привыкшим выпивать по утрам кофе, не обязательно отказываться от этого напитка. Но ограничивать его потребление до одной чашки определенно стоит. Это лишь часть советов касательно завтрака, но все они, безусловно, важны. Берегите себя и свое здоровье.